Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения третьего Ведьмака. И всем спасибо тем, кто сейчас находится тут и вместе со мной смотрит вот это видео. Я рад каждому человеку, который меня поддерживает, ставит лайки и оставляет комментарии. Ребята, если вы хотите видеть новую серию третьего Ведьмака как можно быстрее, завтра, послезавтра или может даже сегодня, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Я буду очень сильно этому рад, если вы поставите лайк. И когда мы наберем 100 лайков, то сразу же выходит новая серия. Как я уже много раз говорил. А что нам нужно сейчас сделать? Я хочу отправиться в город. Так, дайте. Я хочу отправиться в город для того, чтобы отремонтировать нашу броньку. Потому что вы видите то, что бронечка у нас поломалась. Это кто у нас там? Ну, волки. А бронечка у нас поломалась, и нужно ее как можно быстрее отремонтировать, потому что я не хочу ходить с поломанной бронькой. А после этого, как только мы вот это сделаем, я не знаю, если честно, мы, наверное, потопаем дальше выполнять наше задание. А дальше задание у нас... сейчас, дайте-ка я посмотрю. Поговорить... Нет, найти Тамару, дочь барона в Оксенфурге. Ага. Так, я там вижу, уже мост есть. Как бы нам через него пробраться? Как бы нам через этот мост Да вашу мать, это плотва такая. Да вот, наконец-то. Так, там кто-то есть. Не хочу я этих за раз убивать. Они, ну, не очень такие классные. Да беги ты нафиг. Так. Да, мы уже где-то вот тут. А вот эта вся фигня, она находится вроде, да, в этом дворе королевском или там баронном дворе. Вот вроде где-то вот тут это все находится. Да. Поговорить с бароном о его семье. Так мы же разве уже не, ну, как бы, не разговаривали? Или я... Да нахрена, нахрена. Знаете, просто-напросто после... после игры в GTA, когда ты слазишь из машины, когда ты, точнее, садишься в машину на букву F и вылазишь с машины на букву F, то когда ты заходишь в Ведьмака, и тут ты садишься на лошадь на букву E и слазишь с лошади на букву E, то не всегда, ребята, если честно, привычно. И вот всегда я путаюсь, и вот всегда я так расходую. Не по нужде, опа, нифига себе, у нас броньки новые появились, сейчас мы посмотрим. Вот эти все предметы, которые лечат. Лечат, и потом я думаю, почему у нас, вот у нас, вот это осталось, вот это осталось и вот это осталось. Потому что я уже охренеть сколько всего потратил. Так, что у нас тут есть? Это куда? Вот, давайте посмотрим. 35-43. 3 шанса критического удара. Тут, мне кажется, намного лучше. Так, позволяет чинить оружие. Оружие нам не нужно. Это что? Где наша... Вот. Ага, 25-34. Давайте... Вот, это намного лучше будет. Это намного лучше будет. И сейчас мы пойдем и вот это все попродаем. Чем? Мне нужен мастер. Нет, покажи мне свои товары. Да. Покажи мне товары. Так, это мы можем продать, продать. И у нас 121 монеточка, это сюда. Дальше, что мы, так, тут мы ничего не можем продать. Тут мозг чудовища, всякая хрень. Ничего, дальше, ремесло. Так. Шелк, так, шкура драконида. Так, починить. Ага, ну чинить нам сейчас ничего не нужно. Убрать улучшение, разобрать нам, в принципе, то лавка. Ну, это его лавка. Это инструменты позволяют чинить элементы доспеха. Это можно купить одну штучку. Так, дальше, что у нас тут еще есть? Это хрень. 34-42. Это тоже хрень. И, в принципе, магический доспех, бла-бла-бла. Так, больше, чувак, нам ничего не нужно. Бывай, гуляй. Или гуляй, как тебе угодно. Плотва, ты где? Нет, стоять. Не хочу я еще на плотву садиться. Опа, вот так.
Хочешь посмотреть? Да, хочу. Хочу, очень хочу. Покажи. Покажи мне свои товары. Так. Опа, 5-7. Так, печеная картошка. Давайте купим 14 штук за 70 монет. Нормально сойдет. Все, хватит. Бывай. Будь здоров. Будь здоров. А, плотва? Я не знаю, мы же вроде говорили с бароном. Давайте еще раз погоди, поговорим. Плотва. Погоди. Узнаете меня? Ты конюший. Я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Ух ты! Это круто. Спасибо, чувак. Спасибо, чувак. Не зря я, наверное, сюда пришел в том смысле, что мы заработали 20 монет. Это нормально. Что там было? Много вы, значит, ну, они там балуются, я думал, помочь нужно, что они там сражаются. Так. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Нет. Ну ладно, давай, в чем дело? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Какая тебе разница? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Так, ну, значит, давайте посмотрим, что он там делает. Здрасте, бароша. Вот ты где. Барон. Видишь, мальвы? Вот эти вот голубые. Ты, да, наверное, дальтоник, там ничего голубого нету. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. Где там голубое? Я что-то не заметил. Примерно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекания их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Смерть ближнего всегда утрата. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. Я хочу поговорить о твоей... У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Ну, сейчас увидим. Есть новости. Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Я еще там не был даже. Я разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Ладно. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. Грамота? Еще вот. Держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на Новиградские земли очень непросто. Ну? Так, хорошо. Ух ты, кроли! А что, Санна? Нормально. Узнал что-нибудь? Пока ничего. Но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну что, проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. Ух, как светло.
Мне же глаза режет. Девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Тири! Поди сюда! Ух ты, какая секси-шмек! Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? А с чем нахрен, с пулеметом? Ни лук, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? Я не знаю. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Я не ведьмачек. Я исключение, потому что она ведьмачка. Для меня сделали исключение. Чё, хочешь сказать, что ты ведьмачка? Не до конца. Я не прошла мутации. Но всему, что я умею, меня научили ведьмаки. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Чё, охренел? Мужлан! Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха! Отдавай! На что? Да хоть на что. На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Трусишь? Что случилось? Страх пробрал? Не. Так в чем дело? Это моя лошадь. А-а. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого, хотел бы я на это посмотреть. Какая попка. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Гоночки, гоночки! На лошади, да? Будем прыгать туда-сюда. Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Кто кого? Цири барона или барон Цири? Ух, рассвет. Рассвет. Кролики, кролики, кролики всякие. Ух, ушко чешется. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. Охоним! Я не знаю, смогу ли я выиграть или нет. 5, 4, 3, 2, 1. Что? Кобыла понравилась? У меня когда-то такая была. Так, опа, 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 опа. Попрыгали. А куда нам? А почему нам показывало, что я могу туда, в ту сторону поехать? Не знаю. Там много монстров, я вижу, по бокам было. Ну, в смысле, в стороне. Ух, а если сейчас энергия кончится, то что нам делать? А, в принципе, она сейчас и кончится. А, не, вот, смотрите, мы уже... Ух ты! Вихрь, а не девушка. Ты, да ты такой пузатый, что твоя кобыла хрень тебя подтащит. Благодарю. Что? Опа. Есть шанс отыграться. Ух ты. Сейчас будет драка. Драка всякая. Ну давай грузись, грузись. Вот этот белый экран или что это нафиг? Она кричала, ага, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет.
Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Ну так иди сам я ищи. Я сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Сыграем гвинт, идите в жопу со своим гвинтом уже. Как тебя сюда... Ты слышишь что-нибудь? А ты... прощай. Прощай. Так, куда нам? Ой, ой. Так, сейчас. Ничего не то, что можно... Так. Фу, найди Тамару, исследовать все... Да, вашу мать. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Найти Тамару, дочь барона в Оксенфурге. Исследовать все оставшие зацепки в Алине и найти жену барона. Это сюда, в Алине. Мне кажется, что не буду я больше ничего исследовать, а сразу мы потопаем за женой на поиски. Чего? Да плотва, плотва, прыгай, прыгай, плотва. Но. Так, в какую сторону? Нам нужно туда, вот сюда. Так, найти... Ух ты, ничего себе, 2 километра нам туда прыгать. Охренеть, ребята. Ну давайте тогда я быстренько туда сам допрыгаю, наверное. Ага, вот смотрите, мы сюда можем. Ага. Невозможно совершить. А вот сюда? А почему? Ага. Подходящий перекрыт. Значит, нам все-таки нужно пешком топать. Ну ладно, давайте тогда быстренько, быстренько дотопаем туда, если получится. Лагерь бандитов, бандюганы, паскуды. Проклятие! Оторвать ему яйца! Не бойтесь! На, мы его тут зажали в этом... Ух ты меня коцнул. Это что? Ща. Что это за хрень была? Ух ты, класс, у нас меч поломался. А что, почему мы его... Ага. Так, дальше. Ух ты, прям сказал, что у нас меч поломался и сразу же меч выбил. Ага, а в этого главаря я ничего не могу собрать. Так, а вот тут что? Ух ты, еще один меч. Ага, так, что-то тут будет крутое, мне кажется, может. Может, что-то да будет. А, но нужно туда залазить, да? Может, там наверху что-то будет? Да, есть тут сундучки. Так, в этого ничего. В этого. Нормально. Так, все, больше ничего тут нету, да? Вот, да. Во. Больше ничего тут нету. Ух ты, них! Откуда ты нахрен спрыгнул и столько здоровья потерял? Да ты чё, вообще охренел? Так. Рюкзак. Пушечка. Какая пушечка? Ведьмачий серебряный. Ага, вот это у нас поломалось. Ага, сейчас. Сколько тут урона? 35-43. Ага. Пробивание доспехов. А, давайте вот это. Так, плотва сюда. Мне больше тут ничего нету. А, ну, по дороге, вот, ребята, смотрите, по дороге мы
Даже бандитов перебили, добыли себе дополнительный опыт и даже меч по дороге выбили. Наверное, давайте, в принципе, дальше топаем. Еще там охренеть, сколько туда бежать, километров. Но, если честно, это много, потому что километры, это же вам не GTA, где ты километр там проходишь за пару секунд. Ну, ладно, не за пару секунд, а... Опа, это... Гнусный же ты. На помощь, ладно, я... Ребята, я не буду тварюга, я помогу. Я не буду тварюгой. Да ударьте его нафиг, во. Гули всякие, гули. Яды всякие. А, вот, нормально, мы ему помогли. Да все, чувак, успокойся. Сожрали бы меня, как нечего делать. На трупы сбежались. Спасибо, что вы меня не оставили. Хоть с этим мне повезло. Повезло? Может и так. Ты недавно заразился? Потому и занимаешься перевозкой тел? Что? Да нет. Я вывожу трупы, потому как платят хорошо. Ну ты же не ведьмак и не чародей, заразиться можешь. Чем заразиться? Да уж, я не мутант какой, вы не бойтесь. Просто ко мне никакие болячки не цепляются. Надо сжечь телегу. Тебе придется поискать новую телегу. Эту надо сжечь и побыстрее. А зачем? А нельзя ли мертвяков где-нибудь закопать? Телегу-то ее ведь починить можно. Если кто узнает, что ты перевозил в ней заразных, тебя никто больше не наймет. А с чего бы им узнать? Ежели вы никому не скажете, сам я тоже не скажу. И развезешь заразу по всей округе. Ну, надо так надо. Есть у вас чем огонь развести? Конечно, есть. Конечно, есть. Занялись как солома. Повезло мне, что я вас встретил. Благодарствую за помощь и добрый совет. Еще я тебе посоветую, как следует вычистить дом и сжечь эту одежду. Верно. Так ведь я и говорю, ко мне болезни не цепляются. Хорошо, если так. Бывай. Нормально, немного опыта. Сука, ну его. Нормально, ребят. Ну, в принципе, вот так, немного. Кому-то помогли, что-то сделали, немного опыта. В принципе, нормально. Ладно, давайте дальше топать. По пути мы, в принципе, вот видите, даже такие небольшие задания встречаем. Уже банду бандюганов раздолбили. Вот этому чуваку помогли. Вот смотрите, я вот опять тут что-то нашел. Какой-то домик. Может, мы что-то сейчас тут залутаем. Или ограбим. Опа, вот. Бутылочка воды. Во. Во. Кто это там? Монстры всякие. Ух ты! Это кто кого убил нафиг? Так, загасить. Ага. Вот смотрите, мы зашли в какой-то дом, где многое всего что-то видите. То есть кого-то тут убили. Вот смотрите, у него там меч. Убили его. Так. Так, это... Сейчас, секундочку. О, и жену его убили. Вот паскуда, кто это сделал. Почему я вот ту хрень не могу взять? Вашу? Так. Так, дальше. Свинина, баранина. Не, ну баранины там не было. Так, тут больше ничего. Ну, немного взяли вещей. Можем отсюда уходить. Больше я тут ничего не вижу. И, в принципе, ничего я сделать с этим тут не могу. Так. Фух. Вот. Кто там, что там за тварюги? Ага, это вот те. Ага, не хочу я с ними. А. Вот смотрите, кто там в доме? Кто там в доме? Видите, в доме мне почему-то показывают, что там есть какой-то монстр. Каннибал. Это каннибал был? Откуда он вылез? Откуда он, зараза, вылез? Кроны.
То есть, видели, когда мы... этот каннибал пришел, убил этого мужика, вот эту жену и спрятался где-то вот тут. Мы пришли, это все проведали и ушли. Как только мы ушли с дома, он вылез свои там, я не знаю, может, он где-то прятался, да? Но! Он вылез. И вот мы вернулись и его убили, да? Чё-чё-то нам, куда это нам показывает, я как-то не могу понять. Вот. Не знаю, почему оно нам показывало, что в дом нужно. Лагерь банюганов, банюганов, банюганов. Мы же любим, ребята, бандитов. По зенкам его, сукина сына. Сам ты зараза. Так, ладно. Ну пиздец тебе. Да хрым отюкаться. Ух ты! Сейчас это взорвется. Круто. Взорвалось и, в принципе... Кто там нахрен стреляет в меня столько? На! На! Бандиты! Шестой уровень! Так. Опа. Нормально. Дальше. В принципе, мы сможем тут что-то пособирать, но я пока хочу с этих пособирать все, что можно. Медовые всякие, видите, всякие хрени. Ух ты, ага, они тут бьются, ни хрена себе. Дубины. Так, и что тут еще есть крутого, что мы можем забрать себе? Во. Так. Ух ты. Сейчас, ребята, давайте посмотрим, что мы можем изучить. Что мы можем изучить? Увеличить урон от мощных атак, от быстрых атак. Давайте вот это изучим. Да. Так, нормально. Сейчас. А, рюкзак. Что мы подняли? Болты всякие. Нормально, нормально, нормально. Тут что мы подняли? Ага, тут. Ага, всякую вот эту. Вот эту, вот эту. Тут что? И тут что? Так. Фу. Плотва. Садимся. Вот видите, ребята, мы уже одному чуваку помогли. Зашли в один дом. Увидели, что там маньячина какой-то. Мы его тоже убили. Расчистили. Уже там. Смотрите, там тоже кто-то есть. Отдохни. Ну что, паскуда? Паскуда. Так. Ух ты, ни хрена себе, 9-й уровень. Какой-то он слишком большой уровень. Так, нормально. Замочили. Так, там еще есть. Я вижу, что там еще есть. Я просто хочу... Это кто? Прах. Неплохо. Буль! Убили. Так, там еще, вот смотрите, там какая-то хрень. Вот, что это? Вот тут, что это такое на карте, видите? Может, это под землей? Да, это под землей. А как нам туда забраться? Хм, странно. Ну понятно, что тут есть. Так, во, замочили. Не убейся, пожалуйста, Геральт. А то он так прыгает и нафиг реально чуть не убивается. Есть ли тут какой-то ход? Есть ли тут какой-то проход? В это подземелье или что это такое? О, вот, вижу. Разрушение предмета, объекта, который отмечен значком, ага.
А, вот так. Ага. Ключ от сундука с сокровищами. Ничего себе. Кроны. Нормально, облутаемся, ребята, немного. Серебро. Так, нормально, нормально. Нашли мы такую всякую хрень. Да выпрыгни ты отсюда. Так, больше тут я не... Так, не туда, не туда, не туда. Геральт, вашу мать, с этими... Не туда. Вот, сюда. Я просто тут еще... А, сейчас. А тут есть что-то? Нет, это, наверное, тут свинарник или что? Я туда залезаю. А, так, есть ли тут какой-то... Куда ты, что ты... Ты на нашу... Ты на нашу плотву хотел напасть. Так, дальше. Я больше ничего не вижу. Может, тут еще... Вот, тут что-то есть. Смола. Ладно. Плотва. Сюда. Ну, давай, 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 шевелись. Плотва. Вот. Давай. Так. Ух, ну что, ребята, топаем дальше. Найти Тамару. Во. Еще 900 метров. В принципе, давайте опять туда топаем. Опачки, опачки, опачки. Наши старые знакомые. Наши старые знакомые. Да убей ты его уже. Ни хрена себе. Ах ты, зараза, ты с лука нас. Так, ща мы его... Быстро, опа, 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 опа. Так, как вот эту паскуду убить? Шкуру с тебя спустим. Так, во, норм. Дубины всякие. Ну, вот это я беру, потому что это потом можно будет продать. Или продать. Ну, да, в принципе. Хоть и недорого, да, но все же за что-то мы сможем это толкнуть. Так. Охренеть, мы уже столько лагерев обчистили. Кроны. Ни хрена себе там много кронов было. Так, а ну секунду. Ребята, знаете что, давайте мы, в принципе, даже уже на вот этом тут закончим, потому что серия уже длинная, если честно, пока мы туда еще доберемся, пока мы с этим побазарим, то вообще серия будет очень большая, и, ну, в принципе, не хочется делать очень большую серию. А на этом мы, в принципе, очистили много лагеря бандитов, выполнили дополнительные задания, в принципе, нормально, даже уровень себе прокачали. Поэтому, ребята, на этом мы уже будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Если вы хотите продолжение, поставьте, пожалуйста, лайк. И как только мы набираем 100 лайков, сразу же выходит новая серия Ведьмака. Когда это будет, как я уже говорил, зависит от вас. Также, ребята, оставляйте свои комментарии, если вы хотите со мной поговорить, что-то спросить, что-то посоветовать или еще что-то. Все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий. Я постараюсь его прочитать и ответить на него и просто-напросто с вами поговорить. Также вступайте в нашу банду крутых персов, нашу большую дружную семью. Я рад каждому новому подписчику, который вступает в нашу семью, и все, что от вас требуется, это просто-напросто подписаться. Я буду очень этому рад. Ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.